Дорогие родители, в феврале и марте в школах ЕНС пройдет акция «Быть рядом» в поддержку детей-сирот в больницах. Традиционно мы будем собирать книги, альбомы, краски, настольные игры, словом, все то, что скрасит больничные будни детей. Каждый из нас хоть раз попадал в больницу. Трудно даже представить, какой страх и одиночество испытывает ребенок, когда его некому навестить. К счастью, существуют волонтеры, которые приезжают, чтобы поухаживать за детьми, поддержать их, поиграть, утешить после болезненных процедур. Волонтер становится для ребенка близким другом и значимым взрослым. В период пандемии количество детей-сирот в больницах увеличилось. Давайте вместе поможем им с интересом прожить это сложное время.